Еще раз здравствуйте, 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 друзья! Вы мои герои, вы самая терпеливая, самая лучшая публика. Похлопайте сами себе, вот сами себе просто великолепно, просто великолепно. Добро пожаловать на второе отделение нашего фестиваля. А сейчас мы с вами наверняка вернемся к конкурсной программе. И я хочу вас... Боже. Здорово всем! Я ж просил. Короче, мы тут посмотрели и поняли, что клоуном может быть абсолютно кто угодно. Поэтому мы теперь клоуны, новые клоуны, да? У нас даже название есть. Дуэт без трусов. Будешь проверять? Коклюш и маразм ваш. Да, да. Мы даже репризу придумали. Ваш псевдоним. У нас даже реприза есть. А давайте вот зритель сейчас посмотрит и оценит как раз. Давайте. Маньяк. Как называется? Маньяк и пьяная девушка в темном переулке. Друзья, можно я это останавливаю, да? Спасибо. Вот ваш прием, вот вы понимаете. Вообще, конечно, это полный позор. И вы, человек с бородой, уже в вашем возрасте должны пониматься уже, что позориться перед зрителем, передо мной и особенно перед нашим замечательным жюри. Что? Это, конечно, не... Здесь еще и жюри есть! Конечно. А, как стыдно, блин. Иди, мой лохматый Чубачёв, иди. Поможем им, может, раздвинем немножечко занавес. Нет, они справились, друзья. Друзья, давайте перейдем. Их имена мы держали в секрете, но сейчас вы узнаете тех, кто, конечно же, будет решать судьбу, кто получит какие призы на этом фестивале «Дома клоунады». Давайте узнаем? Давайте. Итак, театральный режиссер, побывший даже в прошлом режиссером компании «Росгосцирк». У него есть уже своя маска, и она золотая. Юрий Квитковский. А можем мы увидим, конечно же, членов? Браво! Великолепный театровед, знающий о клоунаде просто практически все. Это ангел-хранитель, уже многолетний ангел-хранитель Вячеслава Полунина. И, конечно же, если бы наш фестиваль проходил на улице, это был бы наш продюсер. Человек, который знает, как можно, а как нельзя. Наталья Табачникова, ваши аплодисменты. Мой дорогой коллега и любимый лысый брат, основатель клоунского театра «Микос» Паганелли, Сергей Давыдов. Нам, как любому молодому начинающему, очень нужна реклама и хайп. Этот человек олицетворяет собой хайп. Итак, актер, шоумен Сергей Душко. Великолепный просто ивент-гуру, человек-праздник, актер, ведущий Андрей Фомин. Объявление этого человека я подошел особенно. Итак, это идеолог фестиваля, директор компании «Новый русский цирк» и «Клаун Хауса», королева клоунов «Сия Русы» Елизавета Гамбург. Я не повторил прошлогодние ошибки. Ну и, конечно же, председатель жюри. Это клоун, актер, режиссер, постановщик один из лучших комических программ по всей стране и миру. Это участник знаменитого клоунского дуэта «Мик и Мак», заслуженный артист России, человек, который знает, где больно и где не больно. Андрей Шанин! Я знаю, у нас сегодня небольшой сюрприз. Вы знаете, когда-то, больше 20 лет назад, это действительно было так, молодым коверным я шел по коридорам цирка на Цветном бульваре, и вдруг встретил, просто шел человек, это был, даже для цирка это слишком воспитанный человек. Он здоровался со всеми. Он даже проходил мимо портрета Юрия Владимировича Никулина, даже ему так прошептал: «Здравствуйте». Потом он повернулся, и я увидел его, и я очень рад, что он сегодня здесь. Человек, который про магическое слово для клоунов номер 13 знает практически все. Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра нации Евгений Миронов.
Специальный гость. Евгений Витальевич, ну раз уж таким сюрпризом вы к нам пришли, мы надеемся, что, может быть, от вас какой-то будет сюрприз в конце. Вы лишь не говорите «нет». Скажите «да», скажите «зя». Вдруг вы оцените какой-то особенно понравившийся вам номер, и, может быть, от вас будет какой-то спецприз. Ну, а мы можем продолжать. Вы готовы? Да! Все-таки как-то я вас нежно спросил. Вы готовы? Да! Тогда мы продолжаем и снова возвращаемся к конкурсной программе. И открывает ее наш прекрасный номер. Говорит Москва, в столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске и Камчатке полночь.
часы на старой башне провожают день вчерашний и звонят колокола. Провожают день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет далее светло. Это магистр-чародей, чьи шутки, гэги и трюки – это ключи к замку воображения, который открывает дверь в мир радости и карнавала. Thank you.
клоунада — это не только смех. Это калейдоскоп чувств, где каждый цвет и оттенок представляет собой уникальную эмоцию, а каждое вращение создает новый портрет радости или печали, удивления или восхищения, а может быть и нежности. Давай, давай.
все мое. Фу! Ой, балбес. Давай, 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 давай. Опа. Молодец, маньяк, молодец, стоять, молодец, ничего не понимать, ну-ка не понимать, так, где на, так, ро. Не, до свидания. Пока, пока. Не маньяк, балбес. Не. Отдай, не смотри. Да. Раз, два. Пойдемте со мной. Как вас зовут? Юля. Просто знайте, что из цепких когтей клоунской любви вас спас скромный шпрехталмейстер Станислав. Проходите. Спасибо вам большое за участие. Спасибо.
Дорогие друзья, мы просто физически чувствуем ваше волнение. Не переживайте, осталось совсем немного. Буквально 3 репризы. Пожалуйста, не уходите. По-моему, эта новость достойна аплодисментов. Клоун — это звезда на небе, чьи яркие краски искрятся на фоне темного холста, напоминая нам, что даже в самые трудные времена свет и радость всегда находят свой путь. А сейчас на экране мы снова показываем вам наш QR-код и призываем вас присоединиться к нашей группе в Телеграме под названием «Второй фестиваль клоунады». Поищите в поиске «Фестиваль новой клоунады», где будет проходить голосование именно для вас, и вы сможете выбрать понравившуюся вам репризу. И этих участников найдут специальные призы. Ha 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 ha!
Смех – это как красивый день. Вы позволяете себе смеяться, и с каждой минутой день становится все ярче и ярче. Не
не наигрывай, сказал, тут есть кому наигрывать, давай. Давай-давай, вот, закрой, что такое заражение. Вот, дай, вот, нет, солнце. Ой, мать. Куда мы нормально? Ты знаешь, кажется, зря тебя пригласили. Дай я покажу. Давай, музыку. Знающий, как рассмешить, он знает самый короткий путь к сердцу и самое ближайшее расстояние между людьми. Дорогие друзья, пока идет монтаж сцены, спасибо, мне дали волшебный пендель, я здесь. Давайте воспользуемся этим моментом и еще раз поблагодарим нашего генерального партнера, это теплое место, Москонцерт-холл. Еще буквально вчера здесь были Ром де Жан-Порте, Де Бруа, Препарасьон, а сегодня здесь Апач, Лякскач и, возможно, если у меня не сведет ногу, будет один Фордершпрунг. И, конечно же, мы хотим поблагодарить эту амбициозную команду нового русского цирка и ее руководителя Елизавету Гамбург за этот фестиваль. Мы пожелаем удачи и по старым нотам снова попросим денег еще раз на фестиваль. Мы уже знаем как, у нас даже репризы есть об этом. Конечно же, хочется поблагодарить президентский фонд культурных инициатив за то, что этот фестиваль стал возможным. Спасибо вам большое. Я очень хочу поблагодарить настоящих звезд этого спектакля. Настоящие звезды этого шоу – это вы, наши зрители. Спасибо вам большое.
началась родовая деятельность, хреново дела, и ребенка шел сбежать. Бабы! Погибаю! Ага.
Дорогие наши зрители, ну вот и все. Можно я вас поздравляю вместе с нами? Давайте поблагодарим наш замечательный звук и света цех, нашу монтажную цеха. Вместе с нами они узнали все кофейни в радиусе 5 километров. Спасибо вам огромное, без вас всего этого бы не состоялось. И, конечно же, специально для вас, кульминацией вечера, мы подготовили большой и очень эмоциональный сюрприз. Сейчас, во-первых, на эту сцену выйдут все участники этого фестиваля и выйдет бэнд уникального абсолютно клоунского лейбла, единственного в мире клаун-хауса, выйдет клаун-бэнд с великолепной композицией «Артист». Под ваши аплодисменты! Спасибо, друзья! Увидимся на следующем фестивале!